говорит, что живом земле родимой. Здравствуйте, зрители моего канала. Привет вам с Кондрашовки. И сегодня мы поговорим про ремонт лопаты. Вроде бы, как бы, вы скажете, а чему тут удивляться? Ремонт лопаты. Однако, смотрите. Вот эта лопата лопнула буквально там через, может быть, где-то час работы. И очень меня как бы это огорчило. Здесь сталь, такое впечатление, как будто это не сталь, а чугун. Что хочу вообще про эти лопаты сказать. Вот у меня две такие лопаты. Вот. Это отличные лопаты. Они очень себя хорошо зарекомендовали. Тут вот эмблема есть. Уже что-то ZMI или MMI. И вот такой знак качества. Вот это вот вообще очень классные лопаты. Рекомендую. К сожалению, в Леруа Мерлен больше их почему-то не привозят. Но я так ими доволен. Вот у меня есть еще вторая такая. Я ей прокопал только 131 метр траншеи под водопровод. А копал я, значит, глубина была траншеи от 2 метров до 2,30, то есть 2,3 метра. Вот. И эта вторая лопата, она вот так вот на треть уже стерлась, но она еще как бы служит, все, я ей тоже копаю. Но в ней уже прям очень сильно металл стерся, потому что очень много ей накопал. И под фундамент огромные ямы копал. Вот, даже не под один фундамент. Но много ям выкопал. И под кольца полтора метровые две ямы выкопал. То есть, как бы вот лопата-труженица, которая мне уже служит, наверное, лет 5. Ну, это вот вторая, она была более новая, но теперь я ее тоже пользуюсь. Вот обратите внимание, какой у ней угол. То есть бывают лопаты, они тоже вот с таким закруглением, но у них угол большой, вы ими копать не сможете. Потому что вот если посмотреть, вот, это идет как бы вот вход в грунт под нормальным таким углом атака. Очень удобные вкопки. После того, как я их использую, вот эти лопаты, я уже как бы отказался от обычных классических. Но я очень рекомендую. Вот проверено на практике, как бы. Поэтому могу сказать, что вот это вот то, что нужно именно для копки. И вот, будучи так довольный этими лопатами, купил вот такую. Ну, думаю, одно и то же, вроде угол такой же. А оказалось, она как бы и внешне отличалась. То есть это вот она была такая черная, это вот такая вот как серебрянкой выкрашенная. Но, видимо, какая-то китайская подделка, вот тяп-ляп сделали. Лили, видимо, из какого-то высокоуглеродистого материала. Я даже не знаю, может быть, это очень дрянная какая-то сталь, может, какие-то отходы, не знаю там, что они, или нарушена технология. Но факт тот, что она вот прям раз и лопнула. Поэтому сейчас мы попробуем ее починить с помощью электросварки. И потом, как бы, когда, если ее удастся все сейчас хорошо починить, я потом вам расскажу, служила ли она как бы, ну, хоть как-то нормально, или же она как бы уже там где-нибудь еще тут лопнет, или здесь, то есть как бы потом вам расскажу про это дело, там в комментариях напишу, там через года 3, что с ней стало. А теперь приступлю к ремонту вот этой лопаты и посмотрим, что получится. Функциональность лопаты я восстановил. То есть вот сейчас вот проверил ее, вбил вот так вот молотком черенок, не лопается. Вот, ну, черенок еще надо тут будет подточить, потому что он тут обломался уже. Или другой черенок там использовать там. Ну, в принципе, этот еще нормальный по длине. Вот, смотрите поближе.
что получилось. Конечно, как бы выглядит неказисто. Можно было там еще больше заровнять. Но, тем не менее, прочно, функционально. То есть все работает. Эта лопата будет служить, если, конечно, она там не лопнет в других местах, потому что, как я сказал, производитель этот гораздо хуже, чем то, что именно вот было показано, вот та лопата, та она хорошая. Ну вот так вот. На этом все. Я буду снимать вам еще много других интересных видео. До свидания. Кому понравилось, подписывайтесь на канал.